Ну. О, давай. Давай теперь стабав. Вары, кликните на ап, потому что... Ладно, я... Короче, этот афкашит. Редрик один афкашит. Будьте без креста, короче, пока. Нисколько. Все, занимайте все позиции. А кто двоих танчит, кстати? Глупые смертные. Думали, что... Никто? Никто не танчит двоих? Ну, Бадыка, я потанчу. Тогда напыляйте Талдорама на БДК Акма. Бейте точно пока Валанара. Пожалуйста, выйдите все на рейдж. Будет вихрь сначала. Сакра на КД? Нет. Кажу КД дать. Давай Сакру. Все, отлично. На Келе. Давайте пока кинетику. Стоим, курим, РДД бьют. Когда будет ХП на Талдораме, даем рост. Кинетика под Талдорамом. Давайте, смена цели 1 секунда. Дали рост. Кинетику подбейте, ханты. Ханты, кинетику подбивайте. Кинетика падает, получаем ВП, независимо от того, был вайп или нет. Следите за шариком. Присты, вот Фотон, уйди из-под босса. РДД, уйдите из-под босса. Шарик. Так, Валанар. Все Валанара играем. Опять дистанцию набрали. Сакра на КД? Нет. Ну, тогда под вихрь дашь. Под самый конец. Можно давать. Давай. Так, так, так. Помогите потанчить, там кто-то спекните с третьего танка. Катушка. Сотка.
Ну чё, влетаем, либо чё? Контрольте там чё-нибудь. Линал выше по ГП. Дайте кольцо, да. Че, это правда, что 500 людей погибло там? От чего? От пожара. Да. Серьезно, 500 людей? 60. Но в новостях говорят, что 60, но все говорят, что гораздо больше. Они умерли от чатного газа. А не от пожара. А-а-а, ну это все меняет. Это все меняется. Всегда, когда говорят от пожара, понятное дело, что 90% именно от этого умерли. Умирает от чатного газа, нет пожара. Да какая разница? А у нас суть вообще. Здрасте. Привет. Дело в том, что чатный газ тяжело вывести из крови. Вот в чем дело. Никакие респираторы не помогут. Ну это такое. Блин, это жесть, конечно. Чего жесть, или? Кому умереть, кому жить? Это не жесть. Посмотрел бы, как ты это сказал. Не, жизнь не в том, что умерли люди, жизнь в том, что выводов не будет сделано. Жизнь не может длиться вечно. Это все приходящее и уходящее. Нам нужно смириться с этим. Наполеон целую армию погубил, и что? Ну, я просто зараз читаю на Наполеон. Интересно. Ага. Бонапарте. Бонапарте. А, Бонапарте. Кому фервар дать? На тебе. Дал тебе крест, чек на штуку. Дай кулаки, я кресты опять бахну. Я уже раздал. Так, все готовы, погнали. Это было решение. Край кардинала, вы нас разбегайтесь. Бестмонт, выйди с рейда.
Вот, что-то бич у нас есть. Ринслер метка. Взрыв был. Ставим, не варим, не надо. Какая разница? Уже так коррупции. Только отвечал за пожарную безопасность. Человек вообще не знает, что там, как все делать. Какой-то повар по профессии, я сейчас прочитал. Кто? Который отвечает, человек, который отвечал за безопасность в этом МТЦ. Так, не Ривалин, Кралька, Black Energy. Да, это Навальный. Та квартира Навального в Кемерово. Шедевр, прожми глыбу. Сейчас будет фир. Я дам мастер ау. Весты спают гимна ХП. Утроп даст сакру. Выйдите на дистанцию 12 метров. Паладины капли покидайте, это для магов. Здесь упросим. Нормально, можно что-то быть? Так, не Реварин, Эвенесенс, Мирандес. Так, что ты говоришь? Воет мерт. Зачитать же. Уже не надо ничего читать. Так, давайте рост, перестала Трегарин, потом гетто метка. Не по ДПС. Это один три скидывают через грифлазин. А, ну, пламбар и грифлазин. Посох 10%, кому-то надо? Защитник. Ну, давай посох лопу. По роллу киньте ролл, кто там, пускай будет на офф. Так энерджи выиграл. Вырываешь? Хилы тут, в принципе, да, можно. В закрытом помещении температура очень быстро распространяется. Скорее, растет. Давай, третий, все вспомним.
какого года была компания? 1803-1804. Битва под Аустерлицем. Или пятый, не помню уже. Все. Ты что, увлекаешься историей, Олег? Так, читал когда-то. А кто такой был Робеспьер? Кто? Максимилиан Робеспьер. Кто это такой? Быстро. Французский революционер. Правильно. Там много было всяких. А Д'Антон Марат, кто это такой? Кто? Это отец огурец. Отец огурец это. Тоже, они все оттуда, вот эти 89-92. Они там друг друга поперестреляли. Нет, нет, неправильно. Неправильно. Ну, я образно говорю. Робеспьера на гильотину отправили, и этого Марата потом тоже ты знаешь, отправили. Как, а ты знаешь, как Робеспьер кончил? Интересно, да? И, по-моему, то ли его застрелили, или он сам... Но не застрелили. Ему раздробили нижнюю челюсть. И отправили потом на гильотину. Его хотели схватить, судить, но в итоге получилось то, что ты описал. Да. А там общем, тот лучший друг интересная тоже штука, история Франции, там каждый... Это самая лучшая история. Какие-то... Потом приход Наполеона, Бонапарта. Ну, он сначала консулом был, потом стал императором после вот 85-го, ну, Олег, он узурпировал власть. Он захватил ее, понимаешь? Это... Давайте, берите звездочку, РБД. Милики, не подходите пока. Консул, не... это он откуда взял? Из Рима, да? Ренивал, что в адептах сделал? Я в адептах сделал маленький переворот. Мне тоже кажется какой-то. Убрал неугодных мне людей. Террор. Подмял под себя всю власть в итоге. Наполеон ренивал. Нет. Ну это как Сталин. Знаешь, как сказал Робеспьер? Была такая цитата. В Франции остались две партии. Народ и его враги. Блин, ну это интересная история, но я тупо все забыл уже. Знаешь, после смерти Робеспьера, он очень много убил, сочинил такую эпитафию. Прохожий, не печалься над моей судьбой. Ты был бы мертв, когда где-то был жив. Интересно. Кстати, Робеспьер вспоминается в игре Assassin's Creed. Assassin, там тоже есть Робеспьер. Кто такой Лафайет, знаешь? Лафайет? Да. Маркиз Лафайет? Не помню, был он маркизом или нет. Почему ему памятник поставили в Соединенных Штатах Америки, например? Вот который... этого не знаю. Ну, это все связано с французской революцией, подожди, с войной, отошел, за независимость Америки и все такое. Посмотри фильм «Французская революция», по-моему, так и называется, две серии по два часа. Там просто полностью все детально описывается, вся революция. С 89 года по 93-й. Как называется даже фильм? Еще раз. По-моему, «Французская революция», надо сейчас загуглить, мне самому стало интересно. Ну я гляну, мне интересно просто. «Французская». Там играет, как же этого чувака звали? Сэм Нил, по-моему. Он еще играл «Парк юрского периода», да. Так и называется, «Французская революция» фильм. Снят в 89-м году в честь 200-летия революции. Короче, с 88 по 94 год фильм. 360 минут идет. Ого. Ну это просто все подробно написано. Гляну, мне интересно просто. Подробнее только книга истории Франции. Блин, мне аж саму захотелось сейчас посмотреть. Потому что... Там
Помню, фильм начинается с того, что молодой Робеспьер, по-моему, его друг. Кто это? Какой? Камил Демулен? Да, Камил Демулен. Но... видит этого Людовика 17-го или 18-го, я не помню. Подожди, Людовик 16-й. Да, ты, короче, лучше меня знаешь историю такую. Людовик 16 это Людовик последний, не последний, который убьют тоже на гильотине, его жена Мария Антуанетта. Ставьте рыбу. Из него начнется Великая Французская революция. Все верно. Он, ее жена австрийка, и он заключит союз Австрии и попробует сбежать туда. Ее задержат в Арне, и народ обвинит ее в предательстве. Государственной измене. Да. Так, у кого есть хилы, спекайтесь. Есть рыбка? Что стоит? Познавательные рейды Dark Stars. Это так, это поверхностно все, я забыл. Ну, Ренивал хотел атмосферу в виде не получил. Так, давайте по хилам Стил, Длинухи, Мирандос. Кто еще может похилить? Понятно. Я и два Рестер-шамана. Летайте за звездочки, собирайтесь так, хильте Вальку. Чек на пол. Не, Длинухи, пошли, пособираешь, похилишь Вальку. О, знаешь еще какой фильм? Посмотри. Ой, как его нас... Не помню, как он называется. Ладно, потом вспомню. Ты знаешь, что он Камила Демулена тоже отправил на гильотину? Да там всех отправили на гильотину. Погнали. Всех. Ну не всех там. Якобинцев всех. Все, кто затевал революцию, всех. Это было два террора. Был красный террор, потом после революции был белый террор. Зачистки еще и шли. Блин, надо хилить Вальку, я хилю Рэйчета. Я бы эти зачистки сравнил тоже, да. Сравнение с Российской революцией. Ну, Россия не такая интересная. Франция это. Не, ну там события интересные. 17-22 год. Просто даже если взять Наполеона 24 года, взять Тулон, капитан тогда. Вот. Он дружит с Робеспьером, с братом Робеспьера, да? Его тоже чуть на гильотину не отправят Наполеона. Там так, ночью... Картаны. Да-да-да, что ты говорил? Ну, я говорю, Наполеона чуть не отправили на гильотин, ты знала бы? Да, что помню такое. Но он же поддерживал якобинцев. Много чего могло случиться, не того. Могли белые победить в революции. Могли. Если бы Колчак дал добро Маннергейму, чтобы тот выступил на Петербург со своей 100-тысячной армией в обмен на независимость Финляндии. А сейчас момент то, что я... Обдумай справа вверху. Давайте порталы. Тебе астероид не врезался в землю, тоже упал. Да, пусть метеорит бы упал бы на Петербург, а не в Сибири. Это было бы нет. Но это была бы природная смерть, нежели... Если бы Богдан Хмельницкий не совершил эту ошибку фатальную. Ой, перед ним мартовские статьи или что-то еще? Хитрый забор, хватит там. 52 года, по-моему, 54-го. Короче, история не выносит сослагательных этих уравнений. Так, ты мне напомнил фильм Брэдом Питтом «История Бенджамина Баттона» или как он называется? Да, так и называется. А, и только слушай, там тоже череда событий. Если бы не то, если бы не то, если бы не то. Ну так вся жизнь наша и строится на этом. Если бы Уайт не релил в адептах, я бы не релил, не развалил бы адепты. Это все, цепочка. Если бы он бы не начал играть в WoW, этого всего сейчас бы не было. Олег, знаешь, как говорят, от чего-то почему на щеках резинка? От того, что у тебя жмет, у трусах резинка. Классная скороговорка, мало чего понятно. Ладно.
ладно, лежи уже. Какие ты, значит, огонь должен слева. Быть, должен быть. Кто это говорит? Голос снова. Бардака говорит. Или женский голос. Вообще, женщина на моей работе говорит так. Не отлаживайте выпивку у нас на вечер, а еплю на старость. Пиздец, откуда ты столько фраз берешь? Давайте рост. Давайте рост. Shadow Beach, уделяй вайку, погиб на хп. Сколько членов не тряси, все равно копнет в трусы. Ванесса, это Стэтхэм сказал? Ванесса, гим на хп, выделяй вальку, Доти, выделяй вальку, гим на хп. Управление замочите. Бля, 4 дня ночи хилить, ёпта. Ладно, хильте так уже, маны хватит. Спойте гимн на ману, все укральки 0 маны. Блин. Надо посмотреть французскую революцию. Посмотри приключения королевского стрелка Шарпа. Конечно, к истории мало относится, но период тоже наполеоновских войн, и там Шон Бин не умирающий человек. Понимаешь, я когда вот это сейчас читаю о Робеспьере, я смотрю, он немного заигрался в конвейте, понимаешь? Он всегда искал врагов, и если бы язык его подвешенный немного умолк, все бы было нормально. Его предали свои же. Ну все правильно, все как обычно. Как во всех революциях. Маур свой сделал свое дело, Маур уходит. Не, ну он отыграл очень много в истории Франции. Он отыграл, не знаю, значение. Я просто считаю, что Франции, он сам... Как... Ладно. Хотел что-то придумать по Тарисию, не придумал. Значение Робеспьера в истории Франции — это как значение Триси в истории Беларуси. Ладно. Такой поток денег в алкогольную сферу не давал никто еще. Кольцо на кота, на фурика, на рогу ханта. Так, вы вдвое получали шмотки уже, да? Да, смотрим по ЕП. Пояс на Мелика. Оф. Олег сам из деревни когда-то так увлекся этой гильотиной и хотел придумать курьер убить на гильотине. Так, все тут. Пошли, запустим. Ага. Типа обвинять курей в предательстве национальном и рубить им голову. А ты ноги не забывал это самое связывать, чтобы не обязательно, держать? Обязательно. А то, блядь, побежит, а потом обвиняет тебя в чёрной магии. Это я когда королей бью, то иногда надо связывать. Кровавый террор. Как там когда-то сказали Марии Антуанетте, последней королеве Франции? У нас не сегодня есть, пускай едят пирожки.
Кстати, Бибоб, а почитай этого. Стефана Цвейга. Ты читал? Ты мне? Ну ты отходил. Говорю, почитай. Цвейга, там он пишет о Марии Антуанетте, тоже во Франции. Фуше? Фуше, знакомое что-то. Так, Камиль де Мулен. Камиль де Мулен. Угу. Французский адвокат. Подруг Робеспьера. Да, там еще в этом фильме показана казнь Д'Антона и... Д'Антон? По-моему, да. И де Мулена. Боже мой, там сколько всего было Жерандинской. Ты знаешь, когда Д'Антона везли на гильотину, он крикнул возле дома Робеспьера. Робеспьер, мы скоро встретимся. Д'Антон классная личность была, очень веселый, забавный. И когда палач хочет ему отрубить голову, он хотел объяться с ним. Он сказал, не положено. На что ему Д'Антон сказал, ты что, дурак, наши головы сейчас поцелуются в корзине. Может, чтобы Спир ее обвинит в том, что он типа денег воровал. Революционный. А Д'Антона, Д'Антона Робеспьера казнил один и тот же палач. И Марию Антуанетту он казнил, и Людовика XVI, да. Один и тот же палач. Он что-то там 300 или сколько человек казнил. Зато каких казнил? Да. Его батька тоже был палачом этого палача. Я что-то читал о нем. Там записки можно почитать про него. По его воспоминаниям. Он и казнил женщину Шарлотта, которая была у Марата, он тоже ее казнил. Марат тоже, это три. И кабинца, главный. Робеспьер, Марат, Д'Антон. Так, я, по-моему, еще кого-то помню, Эбер. Жанна Эбер? Рене. Эбертисты? Да его тоже казнили. Да. Кого только не казнили. Это французская революция. То есть Робеспьер расправился с Эбером, потом с Д'Антоном де Муленом. А кто там Робеспьера казнил? Нет, понимаешь, де Мулена он что казнил? Де Мулен там стал... Кто кричал, надо усилить террор? Де Мулен сдержанной критикой выступил против Робеспьера. Робеспьеру это не понравилось. Хотя Робеспьер был на свадьбе шофером Де Мулена. Вот это рассказывала, кстати, историк Наталья Басовская. Послушайте, очень классно рассказывает. И он тоже даже своего этого друга отправил в нашем. Все очень отлично. Очень интересная история на самом деле. Блин, сколько у них программ политических было, что у этого Эбера, то у Д'Антона и Демудина, я уже вообще все забыл. Тот придержался левых взглядов, тот правых. А что связывает с Францией? Мы оттуда родом. Потрясающая история на самом деле именно этой страны. Каждое не столетие, даже я бы сказал. 18, 19, 20 столетие. Каждые 20 лет какая-то революция. Какой там 30-й год следующий будет? Июльская революция. Это же нормально. Войны так даже спиховые тоже с такими. Смотри, 30-й, 46-й, 52-й. Потом будет Наполеон III императором. Франко-прусская война, 71-й год. Опять переворот. И республика. По-моему, 30-й год это июльская революция. Надо сейчас посмотреть.
А вот это, читал про английскую революцию? За кого? За Карла Первого или за Кромвеля? За Кромвеля. Не, не читал. За этих бритоголовых или как это называл. Чё, тоже школы, есть два хороших фильма. Два хороших фильма на эту тематику. Там мне не очень интересно. Ну что примечательно, это было за 130 лет до Французской революции. Если было более прогрессивное общество на тот момент, то не было бы никакой реставрации. Это ж французы и английцы вечные враги. Блин, а ты знал, что у них раньше вот этот английский и французский, это был общий язык? Кто, Олег? Общий язык у них был. Это уже потом французский начал отделяться. Диалект появился. Не знал. Уже хорошая тема для изучения. Так, давайте. У кого-то есть Холи Прист? Ладно, пойдем в 5 хилов. Или Эрдру. Ладно, пошли в 5. Черный пул. Так, давай, надо договориться с тобой прочитать какую-то научную книгу, ту же самую, и потом это обсудить. Дайте пристабав. Ралли готов? Ралли что-то говорил? Погнали. Кстати, интересная тема про то, если кто-то знает, где находится Индонезия. Это островное государство, и как вообще туда попал ислам. Тоже очень интересная тема. Почему туда попал ислам, как? Бангладеш, кстати, по-моему, самая большая страна с мусульманским населением, или я ошибаюсь? Или Индонезия. Не босс у нас еще. Там сейчас притяжка, 5 Привет секунд. Всем. Привет. Так, побежали. Даю сокру. Вперед выносим, дистанцию держим между собой. Капец. Захотелось посмотреть этот фильм, почитать. Побивайте метки до 200 кп, пиздут. По центру падает. Слева близко, оббежали. Добить метку 300 кхп. Слева метку. Богдан, ты будешь играть сейчас? Да. Так,
Мы уже лича бьем сейчас. Почти лича. Зачем Боб кидаете Войду? Непонятно. Представил, зачем ты это делаешь? Я не знаю. А. На мне метка. Смотрим сами. Мою метку не бейте, 50к уже. Так, уймитесь, уймитесь. Что-то вы слишком дерзкий. Слева метку. Идите с поддыхания. Все, сейчас фаза пойдет. Так, три хила освобожденка, ничего не стакать. Я подхилю танка. Паза пошла. Все метки под босса несем. Бедолом, давай под босса мелики отошли в ортодозону. Бульбу. Сливаем метку. Опять три хила. Прожал сакуру, лень под босса. Метку не бить, притяжка. Фотон гибна от хил. Метку не бить. Беги, малышка, беги! Давайте рост. Под босса. Кралька под босса. Сливайте метку. Блядь, на мне. На мне магия. Доти гибна от хил, давай. Не рандос под босса. Пристало под босса, мелики отошли. Ух, повезло сейчас, что это не фристайл улетел. Эванесенс, давай гимна отхил. Тебе каплю давать? Алисилася под босса. Не скинул, пал танчу. Метку не бить, забыл сказать. Не бейте метку. Вреди. Крюгер, отойдите. Я что-то завтыкал сказать. Разбивайте. Утроп, давай сакру. Что завтыкал? Доти в сторону, вправо. Ладно, иди туда. Так. Под босса Кали Селаси. Там лям остался. Ничего страшного. Так бывает, когда в 5 хилов идем и на всех хилах освобожденка. Наконец-то свободно. Так. Ралли, ты пришел? Да, я по сути отбежал, блин. Думаю, успею. Так, часы. Топовые часы на среднейшок кто-нибудь. Какого дня, Олег? На хули писта. Что у меня в сущности нету? 10% ов. Ну давай, рульте на ов. Да. Защитник. Так, гетто не получал еще. Выше ППР. Так, я в ретрика, вы в четвером справитесь.
Хорошо, хилите. А, все, я вспомнил. Хорнблауэр. Знаешь такой сериал? Или... Нет. Роман про капитана Хорнблауэра. Английский капитан времен этих наполеоновских войн. Кстати, смотри, французская революция начнется одновременно, можно сказать, и с американской. Ну, это будет чуть позже, на сколько там, 15 лет, это существенно. Есть Рыбокова? Поставьте рыбу, пожалуйста. Так, по станам. Первый кружок стил, второй фристайл ромб. Третий утроп, трусы. Вторые вальки. Лень станешь, кружок, войд, бист, ромбик, бист мод, трусы. Бист мод, знаешь, как станить вальку? Ты можешь прыгнуть, мишку застанить? Хорошо. Так, чему диспелит? Кто может подиспелить чему? Так, это я по вторым валькам сказал, на третьих вальках паладин снова станет. Что еще сказать? Стоим все в метке, осквернение уносим с центра. Короче, все буду проговаривать. Долго все объяснять, давайте просто чекнем. Пойдем уже. Так, я запускаю. А, Рэли, что? Пристабав и лапу еще. Горн. Я запускаю. И американские революции не интересны. Интереснее, куда гражданская война в США. Каску обновите, 12 минут. Бой может быть дольше. Топ, обновляй каски. Ты за 76-й? Гражданская война была в 65-м, по-моему. 65-м, Не-не-не, там история, я бы сказал, это художественный фильм, а не исторический. Доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя... Мирандос, ты сможешь подиспелить? Да. Хорошо, только диспель сразу. Ну, третья секунда ты диспелишь. Не жди, пока сдохнет кто-то. Смотрим ловушки. Милики в квадрат. Квадрат стали милики. РДД перебежали. Чума 5 секунд, смотрим. 3, 2, 1. Чума на Таргаре наноси. Ловушка сейчас на меликах. Квадрат встали, забили на лича. Не бейте лича в квадрат. Стой в квадрат. Ловушка. Сейчас будет РДД. Да, РДД ловушка. Чума, одна секунда, смотрим. Ралли чума. Ловушка 3 секунды. РДД ловушка. Так, милики в квадрат. Встань боком. Веду, он кастует просто. Так, ловушка на меликах. Квадрат встали, все в квадрат. Чума 2 секунды. Забери шаркаря. Шэдоу бич наноси. Шэдоу бич. Войд, поднимай ралли. Ловушка 1 секунда. РДД ловушка. После заражения встанешь. Mm-hmm. Вставай. Стоп полечу. Стоп дамаг полечу. Ждем ловушку. РДД ловушка. Да, поднимай милики в квадрат. Выносим чему. 1 секунда. Утроп.
Все, все на край, не бить лича. Не бить лича. Каску лапу дайте. Все, переходка. Каску повару. Разбежались. Ловушки не будет. Сейчас сдамся. Каску дал. Так, фотон гимн ману. Шаманы ставим тотем прилива. РДД отошли назад. РДД набрали рейндж. Рейндж набрали. Крюгер СС на Акма. Локи. И Крюгер. Проклятие костоязычия на лича и на духов. Сейчас будем становиться звездочку. Бейте второго духа. Бля, АДК, у тебя лужа, спик с лужами? Не забыл. Да. Супер. Листы, ханты, подбиваем шары. Инеры залили уже. Все, бейте второго духа, у нас 10 секунд, чтобы убить. Агро, что-то на мне агро почему-то, да. Не первый по аккаунту. Так, вышли с платформы. Агро, убирали, агро. РДД, добивайте духа. Сейчас он дохнет и веди в центр. Звездочку встали. Все, веди в центр. Все в звезду встали в одну точку. Ни влево, ни вправо, в одну точку. Сейчас за варками таскать? Да. Станем, валик. Через ромб играем, через ромб. Пока в ромб играем. Осквернение 3 секунды, вышли с центра, все вышли в центр. Осквернение на фристайле. Не выпрыгивать с лужи. Трусы добить, давайте рост. Так, станы. Теперь у нас станет кружок. Я уже порвал, шаман жди. Встали в звезду, осквернение выносим к порталу. Все остальные люди, смещайтесь к трону. Кружок, лень, ромб, войд, трусы, бестмод. На первых варках разбегаемся. Только не вперед-назад. Все, выбежали, выбежали. Давай сакру. Запал в кружке. В кружок играем, в кружок. Сначала в ромб, потом круг. Все, забили на ромб, играйте в кружок. Играйте трусы, кружок. Трусы добить. С центра все вышли. Осквернение, потом в центр идем. Осквернение 5 секунд, потом к звезде все. Дистанцию набрали, осквернение не ревалит. Все, становимся в звездочку. Звезду, как на первых вальках. Нет. У тебя нету трусы КД у тебя достан? Да. Я сейчас давал. Бля, играйте через кружок, меня схватило. Кружок лень застань. Через кружок играйте. Кружок застанете. 300 к в кружок, очень быстро. Трусы потом долить. Трусы, давайте трусы. Ромб, я в ромбе, застаньте ромб. С центра вышли, осквернение на секунду. В ромб долить быстрее. Я в ромбе. Все, отлично, все живы. Ну не выпрыгивайте так с осквернения, конченые что ли. Кралька, подымешь и до уморна, встали в звездочку. В звезду встали. Станы на КД у кого? Я, короче, станю кружок. Остальные по команде. Через кружок сыграли все. Ромбик застаньте. Осквернение 2 секунды, перед вальками не стоять, выбежали с осквернения. Кружок сыграйте. Кружок, все, теперь в трусы, в ромбик играйте. Все в ромбик. Трусы теперь. Трусы. Лича больше дамаги. Станы, у кого есть еще плюсик. В центр опять идем. Так, осквернение сначала будет. Блять. Вышли к звезде. Сквернение смотрим. Давайте, сыграйте в ромбик все. Все в ромб. Принцип, ты в ромбе? Так, все, все лича, переводим лича.
Отлично. Бля, три хила осталось, сука. Так, три хила осталось. Длинные ухи, сиди на танках, волну усиления БДК. Все, все на край. Доти, спеешь из гимна от хила. Залейте ману, крыльки. Я шаману залью. Так, играйте в кружок точечно. На дистанцию все вышли. Три хила всего лишь. Три хила. Даршам 5,8. Кресты. Эванесенс гимна ману. Все в кружок дым. Все, играйте в следующего духа. Шарик. Шарик добить. Локи, обновляйте. Так. СС на Войде есть? Ой, на Агма. Да, шарик, есть, шарик, шарик, шарик. Крю. Кто не кидал СС, СС на Кральку дайте. Краль Козябра, Эрдру. Пятая пати. Все, отбейте только круг и шары. Квадрат не бить. Квадрат не бить. Шары добить. Шары в центре. Так. Звездопады бережем на комнату. Добейте круг. Круг добить. Так. Ходим в звезде. Сосредоточение поставь. Фристайл. Поставь сосредоточение. Дай мастер аур. Побежали. Давай сакру. Я подхиливаю ред. Совы, помогайте. Давай, ДЦ тащи. Линухи, ставь тотемы, тотем гнева на каст. Быстрее будешь захиливать. Помогай захиливать рейд. Фристайла, поставь шейду резист и прожми мастер аур сразу. Я прожимал уже. Все, понял. Я тогда следующий. Так, сейчас мы выйдем. Будем бить духа, осквернение, разливаем нормально. 3 секунды до выхода. Длинухи, ты сиди тупо на танке. Давайте, все в квадрат сыграли. Отошли от осквернения. В одной точке танчичи, боссы. И... Подводи реча. Ты ведь зачем ты подвел его в центр? Я был с другой стороны, я вышел в комнату. Какая разница, какой стороны ты вышел? В какой бы стороны ты не уходил, постоянно на краю. Я не успел добежать. Кресты, взрывайте духов. Протопал, взрывай духов. Отошли от духов, отошли от духов. Я повзрываю в бабле. Shadow Beach захилься. Скринение Дотти, Манесси. Выведи служа. Сюда, подведи везде и все. Динухи, тотемы. Вижу. Захиливай Акма, жнец на нем. Духи, я тоди. Чё ж ты, блядь, духи, таймер какой-то кривой. Так, давайте звездочку. Скоро прожму мастер аур, звездопады. Давайте, звезду встали, отхиливаемся. Так, стоим в звезде, даю мастер аур. Забежали за спину сюда. Все отлично. Побежали дальше. По краю идем. По краю. Блять, сука. Ты что, издеваешься? Так. Представил, у тебя бабл на КД? ПР 40 секунд. Я могу. Там он не вырастет, а если вырастет, то я словлю сейчас. Только не там, то если не... Все, да. У кого есть БР? БР есть у кого-то? Отошли от духов к звезде все. Все к звезде. Утроп хлопай. Вестмод подымай Shadow Beach'а. Быстрее подымай. Вставай. Вставай, Shadow Beach. Вставай, блядь, не встанешь, мы вайпимся. Каску по Shadow Beach'у, лапу, интеллект. Веди лича. Что ты делаешь? Рочишь. Твою мать. Бедолом, осквернение. Вот. Халисиласи, после комнаты подымешь Кригера. Войд подымешь без мода. Ты что, не видишь, где духи? Вс,
Все, остановитесь. Сейчас будет комната. Убери ауру, да. Последняя комната. Давайте звезду сместились. Встали в звезду. Сакра есть. Хорошо. Смотри. Так, побежали сюда. Кресты побейте взрывом разума, как духов. Стоим в звезде, побежали за угол. Дал уже мастер аур? Да. Бежали дальше. Так, даю мастер аур еще одну, побежали дальше. Так, Кали Селаси, поднимешь бестмода Войд Крюгера. Сейчас будет выход, пойдут духи. К звезде все отошли. А, не, к звезде. Взрывайте духов. Каплю дал на БДК. Ну, зачем ты стоишь под духов? БР просто потрачен в пустоту. Крюгер, вставай. Бафы по Крюгеру. Каску. Листобав лап. Нинеры заливаем кральки. Допивайте. Сквернение, одна секунда. Доти выноси. Отошли от черепа. Все, супер. Сколько? За 2 часа пронесли, да? Ну, может без 2 минут? Или я ошибаюсь? 2 часа 2 минуты. Ну, скажем, ну, я тоже не видел. Хорош. С таким тараидом пронесли на фулл за 2 часа. Или что-то другое? Да, до пипы. О, крутяк. Короче, БДК немного завтыкал. С духами. Что движет вами? Да, признаю, мой косяк ТГП. Не знаю. Да не, Слава, здесь больше не в депрессии дело, а в мозгах. Ты привел сюда лучших воинов, которые... Чих. В рейда в мозгах. Никто не тупил, вот поэтому мы и не вайпались. Чё это? Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Да. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Рот пойдет от их рук, и ты станешь первой жертвой. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу. Нормально. Ленухи, вообще красава. Кстати, коты. Сейчас блинкану. Коты станили. Коты на стан, КД 10 секунд. Два раза валькиру станет. Короче, каждую валькиру могу станет. Короче, мы все вальки. Это какой? Это 5 волн валик было, да? Че говоришь, Рога? 5 волн валик был? Как и Рога может каждой вальки станет. У Роги, по-моему, секунд 20 там на удар по почкам. Там вообще сколько? Тайминг валь. Ну, хуй знает. Ставлю паладина минута либо 40 секунд. Про товара стан. Оглушающий удар, точечный на 5 секунд, 30 секунд, КД, волна 20. То есть можно кота просто назначать на каждую вальку, да. Тупо на каждую. Но можно как и Рогу также. Почему мы раньше этого не делали, это, блядь? Ну, я не знаю, это вот с адептов так пошло, что только ретировались. Я помню, вот с адептов еще был прикол брать только двух растер-шаманов и двух ордру. Это я помню. Я все время это напрягало. Потом Фукусаку оставался, да, и бомбу защитил шаман.
У нас это вот после Дессера только вот начали хакалы брать. У нас до этого все считали, что они не хилят. И когда я начал собирать укрейды, брал еще вот этого ДЦ, всех кого, всех подряд, короче. Полиприст, я не вижу один разницы. Профитные. Да, не знаю, заметили вы или нет, но каждую вальку другие заняли. Прям. Да я заметил. Давайте прилив ролим. Каждую волну валик. Линал 14 пер выше. Второй раз подряд этот прилив падает. Прилив и катушку все унес. Вот собака. Воу, что ты ругаешься? Везучая. Какая собака тебе? Локовская собака. Африковская. Завоеватель. Вторая шмотка какая.